Друзья, всем привет! Немножечко я подустал и, думаю, передохну. Вот так вот огород. Еще нужно найти такую тройную чеснок. Пройдусь. И туда-сюда Катя уже скоро подойдет. Посадим морковку и буряк красный. Кучу уже полностью я еще тогда сгреб. Ну, ветки такие мелкие поставались. Потихонечку все убираю, друзья. Курям давал этого. Травы потихонечку рву. Ну, выкидаю что-нибудь. Нарвал жменьку. Они довольные. Но пока не выпускаю, друзья, только кучу сгреб. Они мне ее разгребут. Я ее шпалами вот так хочу обложить. Вон, как те, он лежит у меня кусочек. Куры, конечно, друзья, у нас шикарные. По сравнению, как брат купил. Вот, ну, вот это вроде ей, ну, 2 года, но все равно. Не, понятно, что те куры, они обрастут. Просто, что вот так вот в голове я понимаю, что, то есть, на заводе одна единственная цель. Это деньги. Все равно, как животное там или птица. Точно так, как я всегда и говорил за свиней. На заводе кормят их, чтобы быстро оно выросло. Неважно, качество какое, мясо. Поэтому мы так не хотим. И яйца. Вот даже вот наши куры, если взять, я уже сколько раз рассказывал, мы когда-то сделали, ну, первый раз, когда у нас куры только появились, мы насобирали яиц и сделали крабовый салат. Так он получился аж оранжевый. А с таких магазинных яиц такого не получится. Ага, вон они там разрыли, надо подложить что-нибудь. Ну, там, друзья, конечно, болото. Туда заходить не будем. И... Я вчера, друзья, ошибся по поводу перепелиных, ну и куриных яиц. Они будут 5-6, не 15-16, а 5-6. Я же человек, тоже могу ошибиться, ну, ошибиться. И, друзья, сегодня я уже заглядывал, ну, сейчас не будем ее тревожить. Уже одно яйцо я увидел проклюнутое, ну, то есть слопнуто. Уже, наверное, завтра будет... Сегодня 26 или 27 сутки. Я точно не скажу. Но это все записано у нас. Я потихонечку, ну, иногда так захожу сюда, клад взглянул. Потому что, ну, я же тоже переживаю. Так, здесь 3, 6. А, друзья, и вчера мы с Катей просветили куриные яйца. И еще 5 штук откинули. Ну, замерли. Не знаю, в чем причина. Ну, это нормально, друзья. Такое бывает. Что ты, Цезарь? О, жует жвачку, видите? Прибили ему вот сюда. Вроде бы трогает. Этот. Ну, на высоту. Дробленку. Видите, жвачку жует. Сено. Цезарь. Гляньте, гляньте. Жует. Молодец, молодец. Так.
Друзья, многие из вас на... лежат. Гляньте, как Марта лежит, развалилась. Лежит. С веснушкой лежала. Что-то они эту тыкву не хотят есть. Капусты немножечко давали, они съели, а тыкву не хотят есть. Немножечко пообразали, ну пускай пока лежит. Катя, я наколотил. Что ты смотришь? А? Веснушка, что ты смотришь? Я уже, друзья, их различаю, видите? У ромашки уши темнее, чем у веснушки. Ну, а Марта, естественно, она, вон она, чик-чик. О, гляньте, друзья, в кучу ходят. Ну, понятно, где-то что-то кто-то не дотерпел туда, где-то здесь нагадил. Но в основном все вот туда ходят. Молодцы. Ну, у них тут все есть, все отлично. Все. Цезарь, занимайся, отдыхай, не буду я будить. Ну, оно, друзья, и козочки уже он накорсарили. Коты лежат здесь. Потому что там, ну пойдемте, я вам сейчас покажу. Я здесь убрал сиденье то. Пумба отдыхает. Мои девчульки отдыхали. Поели все, да? Поели. Друзья, муха еще в охоту не приходила. Если придет, постараемся ее тоже покрыть. Вот, я здесь убираю, друзья. Вот это все сено, которое кидали сюда. Ну, с ведер, укос на батарею. Сейчас уже батарея греть не будет. Уже топить не буду я. Ну, если только морозов не будет, там градусов 3-4, тогда, может, растоплю. А так пока топить не буду. И хочу убрать. Поставил сюда, ну, чтобы места было больше. Может, что-то сюда занесу, не знаю. Здесь же что забетонировано. Так что такие... О, маркиз проголодался. Друзья, еще многие спрашивают, что за брат, откуда брат. Друзья, Андрей Новиков, это родной мой брат. А этот брат, это двоюродный у нашей, по матери, у нашей мамы, помимо ее, еще было 3 сестры. То есть их в семье было... там еще брат был, 5. То есть 4 сестры и 1 брат. И то есть у нас двоюродных братьев и сестер очень много. Ну, осталась одна из них сестра. Брат, я не знаю, я его даже не помню. Ну, а сестры все, как бы, наша мама самая младшая была. Она самая первая умерла, потом тетя Шура самая старшая, тетя Нюра, это Серегина мама, это, ну, как бы, вот к которому я ездил, брату. И осталась тетя Надя живая. Так что, чтобы, ну, а то многие спрашивают, что это за брат. Один человек написал, что, что ты обманываешь, у тебя да, Андрей Новиков брат. Это мой двоюродный брат. Точно так и Андрея брат двоюродный. Он. Так что такие дела. Все, я думаю, ответил на интересующий вопрос. Угу. Так, все. Пойдемте туда, до цыпляток. Володя. Молоденько. Все, друзья, гляньте. Заложил там этим. Пойдемте туда сначала. Заложил этими камнями. И все, утка перестала выходить. А, он им тоже кинул. Эти не так хорошо едят, как куры. Вы видите, у них еще есть куры. Хотя он во рту есть что-то. В клюве, вернее. Ну, кушают, нравится им. Все, а то я постоянно думал,
Здесь сделал, здесь точно они перелетали вот здесь. Но я еще один ряд сделал, здесь получается 2 метра. Я думал, вот здесь они перелетают. Но оказалось, она вылазила. Тут даже не они, а одна утка серая. Так что такие дела. Ну все, трава есть, водичка еще есть. Так. Чик. Вот одна, наверное, сидит, друзья. Давайте я вам покажу. Вот она. Все, видите? А ну. Сейчас я не буду ее мешать. О, друзья, здесь 2 яйца. А здесь, конечно, побольше. Ну, здесь тоже скоро сядет. Ну, друзья, утят будет предостаточно. Так что все, ухожу. Гляньте. Прошла меня прогонять. Друзья, так они на вот этом дереве не сидят. Ну, пускай, я еще послежу. Ну, ни разу еще не были замечены. Вот здесь сидят, на асфальте сидят. И если не будут сидеть, я его попиляю и на дрова сложу. Да, и вот эти тоже, вот видите, половину я, там большую половину стопил. Вот эти уже надо будет занести туда в сарай. Потихонечку надо будет убирать. Просто видите, сегодня погодка вроде, этот, я думаю, на огороде, там поубираю. Во дворе, в принципе, сильно оно не горит. Вроде чистенько. Да, Володька? Взять. Кто там? За галошами бегает. Так, пойдемте. Друзья, там еще спрашивают по поводу спокойных огурцов. Все у них хорошо. Они растут потихонечку. Уже даже вот эти, знаете, такие шершавые листики повылазили. Но они дома. Пускай будут дома. Пока не потеплеет, пускай будут дома. Так что сюда пока их нести не будем. Так, ну здесь пока еще ничего. А нет, тоже он уже вырастает потихонечку. Здесь вот такая красота. Ну, лучок тоже потихонечку растет, друзья. А этот вообще шикарный. Так. Так. Чик. Все спят. Распластались. Ну, у них тепло. Я сегодня там написали, что у нас будут какие-то ремонтные... ремонтные работы, и у нас по нашей улице выключат свет. И я сегодня аккумулятор с машины снял, взял вот этот свой инвертор. Ну, получается, написали, как говорится, жути нагнали, а свет был. Обещали с 9 часов утра и до 5, ну, какие-то там ремонтные работы. Но... Хотя интернета нету целый день. Значит, где-то делают. Ну, здесь недалеко. Может, соседняя улица. Ну, короче, я переживал за инкубаторы. Ну, как переживал? Думал, чтобы, ну, не прозевать. Ну, короче, все нормально получилось. А здесь что оно? Ну, они... Ага, что-то свет блымает. Непонятно. Видите, да, что-то делают, наверное. Так что, все, гляньте, раскидали. Ну, я им до вечера сыпать ничего не буду, пускай. И там, в этом купаются. Все дрыхнут. Ну, друзья, когда мы сюда их принесли, тьфу-тьфу-тьфу, никто не пропал. Все живы, здоровы. Не знаю, сколько их тут штук. По идее, 20, по-моему, 25 должно быть. Да. Было, вылупилось 30, по-моему. Что я еще говорил, помните, что... Как я и хотел, что 30 вылупилось.
Ну и 5, по-моему, пропало. А так все остальные, все на месте. Вот они. Сегодня я им нарву еще. Нашел там травы, но она такая уже, можно нарвать. Нарву сегодня всем. Курям уже давал, я уткам дал. Но еще хочу им нарвать. Туда дальше, под вечер. И свиньям дам, там козочкам по чуть-чуть. Так что такие дела. Все, друзья. Я пойду еще сейчас, вроде бы, пока с вами походил здесь, порассказывал вам, попоказывал всех. Немножечко отдохнул, сейчас опять пойду на огород. Я думаю, сегодня я его сделаю. Ну, чтоб уже не переживать. Ага, там сейчас потеплеет, сразу клац и начнем уже садить, что там надо. Ну, сейчас в первую очередь морковка и буряк красный. Так что такие дела. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока.